Чемпионат России «Мастерс» стартовал под Рязанью в четверг, 16 марта. Спринт от 4,5 до 7,5 километров для разных возрастов. Два огневых рубежа – лежа и стоя. На этом программа не была исчерпана. На выходных участников ждали еще две зрелищные гонки – масс-старт и эстафета. Чемпионат России, Кубок России для ветеранов, спортсменов старше 35 лет – это соревнование для любителей, для спортсменов, которые не так давно завершили карьеру, но по-прежнему остаются в спорте, ведут активный образ жизни и приезжают соревноваться, помериться со своими силами, пообщаться с единомышленниками, коллегами, с кем раньше выступали на трассах, на стрельбище. Непростые погодные условия проверяли спортсменов на прочность. Впрочем, скольжение было прекрасным. Высокое весеннее солнце подтопило поверхность трассы, но благодаря работе местных профессионалов это стало даже плюсом. А вот сильный ветер обещал стать главным фактором неожиданности. Участие в чемпионате приняли 79 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Алтайского края, Амурской, Саратовской, Московской, Новосибирской, Ульяновской, Рязанской, Тюменской, Томской, Омской областей. Рязанцам удалось завоевать две медали. Вторым в спринте на 6 километров в возрастной категории 50-54 стал Алексей Пчелкин. Второе место в масс-старте на 10 километров среди участников 35-39 лет занял Алексей Сидоров. Призером соревнований Союз биатлонистов вручил разработанные в России лыжи Pro Team. Не так давно они у нас вообще появились, эти лыжи на горизонте. Не так давно их спортсмены тестируют, пробуют. Я вот лично скажу, что я на этих лыжах катался, когда нам была передана первая партия, еще Союзом биатлонистов России. Я на этих лыжах также катался. Ничего плохого про них сказать не могу. Насколько они будут конкурентоспособными, эти лыжи, ну, наверное, покажет время, скажут специалисты, гонщики, те, которые соревнуются все-таки на соревнованиях, не только на любительских, и не только просто катаются. Все-таки инвентарь спортивный, он создается прежде всего для того, чтобы показывать высокие результаты, а для того, чтобы были результаты высокие, лыжи должны сохранять свои заявленные характеристики. Это качество скользящей поверхности, это качество структуры, лыжи – это качество штайн-шлифтов, так называемых структур, которые наносятся на скользящую поверхность, которые для той или иной погоды, той или иной структуры снега подходят. Вот. Поэтому, как эти лыжи будут себя вести в течение всего сезона, ну, посмотрим, будем пробовать. Пробная партия, изготовленная в этом году, пока недоступна к приобретению для широкого круга. Разработчики продолжают трудиться над поиском формул.